Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракесси. Итак, сегодня я хотел бы пооткрывать порталы. Соответственно, тут у меня есть 30 таких вот порталов инженера. И сегодня я их открою. Посмотрим, что будет падать. Итак, начинаем. Ну вот, в принципе, что может выпасть. Премиум аккаунт, всякие резервы и так далее. И также прям танки. Самым главным танком, который, естественно, будет самым желанным, это у нас ФВ-42. Вот один Чифтейн Прота. Соответственно, давайте открывать. Так. Выпады, резервы. И 5 попыток есть для того, чтобы заменить. Давайте заменим. Ага. Так, премиум аккаунт выпал. У меня есть золото, поэтому я буду рисковать. Так, охотник за молниями. Какой-то стиль. Дальше уже по 500 золота идет. Дороговато, однако. Ну ладно. Ага, такой вот 3D-стиль. Давайте еще разок. Ну, что-то прям... Не прёт. Придется по новой. Так, опять демонтажный набор. Окей. Ну, я человек рисковый, поэтому я буду до конца тут, наверное. Так, 500 тысяч серебра. Опять демонтажный набор. Учебная брошюра. Давайте опять. Ну, довольно много голды уже потратил. Ну, надо проверить. Пока 250, я думаю, имеет смысл заменять. Вот по 500 дороговато, конечно. Опять ничего не выбил. Да, блин, что такое? Мое везение. Все, мне вот этот 2D стиль падает. Во! Есть прям танк. Чифтейн. Выпал мне. Давайте дальше. Я хочу еще, на самом деле. Так. 2D стиль. Стиль макетная плата. Один стиль. Но я хочу прям танки. Хотя на самом деле, в принципе, 2D стиль тоже не так уж и плохо. Ну, по крайней мере, если первый два раза по 250 золота не прокатило, то можно и, я считаю, что-то уже брать. Потому что по 500 золота, ну, дальше рискованно. Учебная брошюра опять. Так, мне кажется, я так все золото потрачу, поэтому давайте. Короче, давайте по 250 буду крутить. И по 500 что-то вот у меня не получается нормально. Вот пока 250, это еще окей. Да, заберу, пожалуй. Так, 250 опять золото. Такая тактика у меня, короче, будет. По 250 я заменяю. Там сколько? 3 раза, по-моему. Давайте дальше. Так, опа. Премиум панк. Премиум танк выпал. Ура! Отлично. День према.
запустить по новой. Конечно же, заменять не надо прям танк. Нам он пригодится. Так, еще 250 золота пошло в ход. Угу. Да, вот, ну просто кто будет крутить, смотрите, отталкивайтесь от того, сколько у вас золота и сколько у вас круток всего. Потому что если у вас, например, соответственно, круток много, и при этом золота не так много, то тогда в таком случае... Ну, максимум по 250, соответственно, ставьте. Если у вас, наоборот, золота очень много, наверное, можно золотом пожертвовать, если ничего не падает. Так, мне кажется, по крайней мере. Так. Да, по 250. Короче, я вот пришел к выводу, что все-таки 250. Это нормально. Прокручивать дальше за 250, а вот по 500 совсем невыгодно получается. Ну, на мой взгляд, опять-таки, у меня, по крайней мере, так вот получается пока что. Давайте еще. Так, премиум аккаунт. Я, кстати, уже довольно много золота потратил своего, но при этом мне два прям танка выпало, и один из них 9 уровня. Так что нормально. Так. Два десяти не то. 100 000 серебра тоже не то. Монтажный набор. Так. Пока два танка. Пока что два танка выбил. Ну, я хотел чифтейна, это самое главное, что чифтейна, о, вафля выпала. Пожалуй, заберу вафлю. Но вафля, как вы наверняка знаете, дается в аренду, то есть не навсегда. Но все равно это эксклюзивная техника, и будет интересно не поиграть. Блин, жестко-жестко, посмотрите, как тает мои голдовые запасы. Ну ничего не поделаешь. В принципе, вот эти два танка я их оцениваю. Ну, как 20 тысяч золота, как минимум. Пока что я, наверное, 13 что-то потратил или около того. Не считал точно. Так. Так, ну я просто пока что вот смотрю, что-то ничего не падает. Это какое-то прям невезение. Дальше пошло. Танкового премиум аккаунта у меня и так предостаточно. Но вы как бы на моем опыте сможете понять, как это все работает. Вот КТТС КВ4 падает. 7 у меня осталось стартеров инженера. Так, не, наверное, 500 не буду тратить. У меня вообще золота мало осталось. Мне еще нужно
свободку там потом как-то где-то доставать. Ну ладно, пока рискую. Но уже три прям танка. То есть судите сами. Стоит оно того или нет. Ну пока что я рад на самом деле. Хоть по мне может быть не видно, но просто не самое лучшее настроение. Но поверьте, в принципе, пока что... Ну, прям три прям танка, это, ну, неплохо. Там уже один из них эксклюзивный, 9 уровня. Так, 5000 золота остается. Так. Такс. Совсем немного круток осталось, по-моему, две крутки осталось всего. Выпадет ли мне еще прям танк, не знаю. У меня осталось всего 4000 золота, в принципе, хватит, я думаю. Так, это последняя крутка или нет? Так, еще последний разок. Да, больше нету, по-моему, стартеров инженера. Так, 250 золота. Ну и, в принципе, все, вот. Результат. Напишите в комментариях, как вам такой результат. Ну что, давайте посмотрим танки. Как там обычный режим, стандартный. Да блин. Вот он, Chieftain Proto. И КВ-4 КТТС, где он? Не могу найти его. Не совсем понятно, где КВ-4 КТТС. Это же советский танк, он не 9 уровня. У меня других танков нету. Куда он делся, непонятно. Его знает. Ладно, потом разберемся. Ну, вы сами все видели. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем удачи.